Вот почему тебе никогда не стоит запускать 1,5 миллиона шаров в воздух одновременно. В 1986 году в Кливленде, в штат Огайо, они хотели побить рекорд по запуску в воздух наибольшее количество воздушных шаров. Но в тот день, когда они хотели запустить их, небо стало очень облачным, и они предсказывали шторм. Поэтому они решили выпустить шары до того, как разразится буря. Так они и сделали, и они ожидали, что шары будут продолжать двигаться просто вверх. Но они были неправы. Холодный воздух и дождь привели к тому, что шары начали падать с неба. Земля и вода затем начали заполняться воздушными шарами. Это вызвало кучу аварий и заставило аэропорты закрыться, пока они не убрали все шары со взлетно-посадочной полосы.